Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Каякенском районе. Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. В результате аварии водитель Nissan и его годовалая дочь скончались. Еще трое пассажиров, жена, а также сыновья 5 и 6 лет, доставлены в больницу с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.